Мои стены, вот я пришла, и я кайфую, и я расслабилась, у меня нервная система приходит в норму. Если вы слышите посторонние какие-то звуки, но это у соседей, поэтому не обращайте внимания. Мозги набекрень, язык говорит свое, черти что вообще. Потихонечку досушу уже здесь, пока оно пускай повисит и потрепыхается свежий воздух морозный. Так приятно пахнет потом. Что мне в этом понравилось в рецепте в Кристинкином, то, что яблоки с творогом. Доброе утро, девочки мои. Ой, что на улице делается? Минус 3 градуса у нас на градуснике. Идет снежок. Он шел всю ночь. Я смотрю, я только приехала сегодня. Думала сегодня не снимать ничего. А потом посмотрела в окно, думаю, ну завтра уже вот этих сугробиков не будет. Вот это красота. Смотрите на палки. Какое сугробище здоровое. Вообще класс. Да, симпатично. Правда, месить снег пришлось, пока я доехала. Но ничего, здорово. А я поставила сейчас на обработку видео. Не знаю, может быть, вечером его буду монтировать, а может быть, завтра утром посмотрю. А сейчас пока лягу и буду отдыхать. Вернусь к вам позже. Может, сегодня, а может, завтра утром посмотрим. Да, девочки, вправду говорят, дома стены лечат. Я сегодня приехала от дочки, и я вам в предыдущем видео уже попрощалась и сказала, что сегодня снимать ничего не буду. Ну, во-первых, выглянула в окошко, красоту такую не снять я не смогла. Во-вторых, я посидела, попила кофе и думаю, ну, в общем-то, я выспалась, спать не хочу, хоть я и уставшая, но мне очень хочется привести себя в порядок. Мне голову надо покрасить, привести себя в порядок. И, в общем-то, думаю, ну и что я буду все это делать без вас? Я сейчас вместе с вами поухаживаю за собой. Так, значит, чистка лица. Сначала я просто аккуратно почищу лицо. Хочу, кстати, протестировать вот эту масочку. Я ее еще не пробовала. Попробую вместе. Вот, значит, первым делом, что я сейчас сделаю, почищу лицо. Вот такой у меня гамаш есть для очищающий гамаш для лица. Это Фаберлик. Нанести нужно его на увлажненное лицо. Пойду быстренько намочу лицо. Так, намочила. Теперь наносим такое вот средство. Я его пробовала как-то один раз, ну, а может не один раз, не помню. Это такой, знаете, как гель, как скрабик. Там такие какие-то есть такие вот штучки для скрабирования. Как они, как их назвать? Штучки назову я. Вот. Я, когда дочки ездила, я же с собой не брала никаких своих средств. Только один крем для лица брала, утром умылась, намазалась и все дела. Не стала я тащить, мне там кто-то написал, возьмите с собой маленькие пузырьки, поналожите. Ну, пузырьков не напасешься. И вот эти вот все средства, которые для лица, там уходовые, я не знаю, шампуни, гели свои, бальзамы, все это. У меня и так сумка тяжелая, я же продукты все время еще там по пути покупаю, несу с собой. Вот, поэтому ничего с собой не брала, естественно, ну там я что туда, то сюда приезжаю. Приезжала домой, здесь я, правда, надо тут и приготовить себе, и видео монтировать. Мне было уже из последних сил купалась, последний раз хотела голову покрасить, но мне на это уже не хватило сил. Так что сегодня мои стены, вот я пришла, и я кайфую, и я расслабилась, у меня нервная система приходит в норму. В общем, ну, потому что, знаете, люди в моем возрасте вообще-то от маленьких детей все-таки устают. Кто бы что ни писал, я просто знаю, что те, кто пишут, люди разного возраста, к сожалению, не пишут, какой возраст. Но сравнивать, конечно, нельзя. Те люди, кто помоложе, это все легче переносится. Но вот у кого не спрошу, люди моего возраста, конечно, от детей, от маленьких, устают быстро. Дети много забирают все-таки энергии, сил. Вот. Ну, а сейчас я пока дома. Ой, как хорошо. Прям так хорошо, я кайфую. Сейчас первым делом я решила привести себя в порядок, почувствовать себя получше. Потом посмотрю, может быть, я помонтирую сегодня видео, посмотрю на настроение, самочувствие, а может, просто лягу,
посмотрю телек, какие-нибудь сериалы. Мне нужно, чтобы мои мозги в порядок пришли еще. Так, ну все, я вроде бы так поскрабировала все. Сейчас пойду это все дело умою и нанесу масочку. А потом нанесу краску на волосы. Покрашусь, искупаюсь. Буду сегодня собой заниматься. Мне надо себя привести в чувство. Так, все, я умыла это дело. В следующий раз надо будет микропилинг сделать. Но сегодня я решила ничего такого глобального не делать. Ну, покраситься это надо, конечно. А лицо еще, ну, сейчас достаточно. Вот это быстрая просто как бы чистка, ну, вроде бы нормально. Меня очень интересует вот эта масочка. Смотрите, какая красивая планочка. Так. Такого она не белая, а такая кремового цвета, знаете, как заварной крем такого цвета. Так, и вот мне нравится, я почему заказала эту маску, мне нравится то, что ее не надо смывать. Ее можно нанести на ночь. Ну, не на ночь, если днем. Я все равно сейчас не буду спать, но дома нахожусь. Чтобы она прям хорошо лицо попитала. Питание, лифтинг. Это как раз для возраста, уже возрастной кожи, хорошо. Мне она нравится. По крайней мере, сейчас я чувствую, что она такой консистенции очень приятная. Такая, о, хорошо, нежная-нежная, классно. Я ее не жалею пока. Пока не жалею так. Ну, вот она пропитается. Если там будут какие-то излишки, я их удалю. А может, она впитается, я даже не знаю. Вокруг глаз мы ее, конечно, не наносим. А так на всю тело, на всю кожу, ой, на всю кожу лица, хотел сказать на все тело. Боже мой. Хотя я думаю, может быть, и на шею надо. Ну, я еще потом купаться пойду. Вот. Она у меня не смоется, потому что я голову покрашу, я ее мою под краном, а потом уже купаться, это уже отдельно в душ пойду. Так, ну и все, кайфую. Приятно на лице она, ощущение такое хорошенькое. Ну, а теперь надо нанести мне краску на волосы. Вот. Девочки, краска у меня Ботаника 10.0. Часто спрашиваете, какой краской я крашу волосы. Так, здесь у нас что? Что у нас в коробочке? Инструкция внутри. Тюбик. Этот окислитель. Это бальзам после мытья уже. И перчатки. Но так как краска светлая, я ей пользуюсь без перчаток вообще. Так, крышкой надо вот это вот открыть. Если вы слышите посторонние какие-то звуки, но это у соседей, поэтому не обращайте внимания. Никуда от соседей не денешься. Есть тут соседи, которые иногда у нас включают громко музыку. Так, я вообще не экономлю. Я наношу сначала на корни, потом протягиваю по всей длине. Поэтому использую полный, весь тюбик. Все использую. Ой, запах. Запах, конечно, такой сильный. Ну, вот этот аммиачный запах, или как его там. Да, запах сильный, от него никуда не деться. Поэтому лучше, конечно, в проветриваемом помещении вот это дело красить. Но вообще хочу сказать, краска мне это очень нравится. Я ее пользуюсь давно уже очень. Здесь репейное масло, масло крапивы, алоэ вера, фитокератин. В общем, хороший такой составчик. Мне нравится. Так, и вот этот окислитель полностью сюда тоже выливаю. Все, поехали. Быстренько-быстренько хочу это сделать, быстренько нанести. И все. Так, и вот этот ампульный концентрат. Здесь одна ампулка. Он разный бывает. Я использую все время разные. Я заказываю разные для активного питания волос. Это для питания. Бывает для осветленных волос, там, для возрастных волос, для разных, в общем. Ну, я их беру разные, чередую. Всегда добавляю в краску один такой вот концентрат. Он открывается вот так легко. Раз и все. И туда его. Все. Прекрасненько. И сейчас все это перемешаю, быстренько нанесу на волосы. Ну, снимать, как я наношу, я не буду уже. Там ничего интересного нету. Уже показывала это дело. Все, готово. Все, мешаем и наносим.
Все, я краску на волосы нанесла. Пока буду с краской сидеть минут 35-40. Посмотрю сейчас влоги Дочкин и Кристинкин. И Алекс Брежнев у меня тут уже появился свежий. В общем, короче, мне есть чего просмотреть сегодня. Ну вот и все, девочки мои. Голову покрасила, все прокрасилось. Корни прокрасились, все хорошо. Искупалась. Теперь я счастлива необычайно. Просто кайфую. Кстати, масочка на лице вообще очень приятненькая. Такое нежная, нежная такая кожа приятная. Все, теперь я пойду. Уже теперь приму горизонтальное положение и продолжу просмотр своих любимых блогеров. В общем, посмотрела Дочкин влог, вдохновилась и решила тоже сесть помонтировать видео. А я вчера приготовила у дочки целый сотейник капусты тушеной с колбасой. Там сегодня приехал сын к ней в гости, еще там тоже она его угощает. Там много еще осталось. Взяла себе порцию чуть-чуть, чтобы сегодня не готовить. Сейчас добавлю сюда майонезик, вот этот легкий, 20% чуть-чуть. И будет очень-очень вкусненько. Ну все, закончила монтировать видео. Я с собой довольна. И голову покрасила, искупалась, видео смонтировала. А теперь все, 16:00, я заваливаюсь на диван и начинаю смотреть телевизор. Буду до конца дня сегодня отдыхать. Доброго утречка, девочки мои. Я проснулась, я выспалась. Вчера вырубилась 9:30, проснулась в 16:00. Но уже чувствую, что спать не хочу, я уже все. Вот, сижу пока, пью кофе и пишу себе список дел, которые нужно сделать по дому. Вообще, поскопилось у меня тут немножечко дел. Пропылесосить надо. Тут, я смотрю, уже пылью покрылось. Все. Я пока приезжала, мне было вообще не до уборки. Я тут делала свои дела. А сейчас немножечко мозги вернулись на место. Я вчера монтировала видео, которое вот снимала предыдущее. И я смотрю, что я вот думаю одно сказать хочу, произношу другое. Мозги набекрень, язык говорит свое. Черти что вообще. Ну, я думаю, вы меня там поймете уже. Я уже говорила, что я уставшая была. Вот. А сейчас у меня и уборка, и стирка, и готовка. Что еще? Ну, на сегодня вроде все. И нужно вечером еще Настю мне забрать с садика, отвезти на тренировку. Наташа сегодня там задерживается на работе. Вот. Так что, в общем, куча дел, куча дел. Вот сейчас сижу и думаю, с чего начать. Время уже 5:00, на улице темно, пока что улицу не показываю, но там вроде тихо, ветра нету, это главное. Вот, кстати, вчера Виталик заскочил ко мне, и я ему отдала подарочки от Faberlic, то, что ему заказывала, то, что Настя от Василька заказывала, костюмчик, футболочку. Настя там дома померила, все это покрутилось, и даже мне видео сбросил сын, и я это видео сюда вставлю. В общем, костюмчик, по-моему, нормально на нее сел. Чуть-чуть он великоват, но я думаю, к лету как раз он будет ей как раз. Так что на 8 лет то, что я заказала. В общем, Насте сейчас сколько? 7 лет будет в мае. То есть уже к лету этот костюмчик будет как раз. Чуть-чуть великоват. А с другой стороны, если его постирать, он может немножечко даже подсядет и будет нормально. Вот. Но футболка как раз, все нормально. В общем, на 8 лет, если что, можно и заказывать ей, я думаю, какие-то вещи. Потому что я смотрю, что на девочку там больше выбора до 5 лет, либо после 8 лет. А вот этот возраст 6-7 лет, мало что там я могла ей найти. Ну, поэтому мне костюмчик этот по расцветочке понравился. Думаю, на 8 лет закажу. Пусть он даже чуть-чуть полежит, на вырос. Ну, как раз, он, в принципе, можно носить.
Так, ну это все отступление. Значит, с чего мне сегодня начинать? Я сейчас сижу и думаю, с чего начать. Но самое главное, надо начать. Когда начнешь, оно уже пошло, 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 поехало. Вот. Так что я еще сегодня хочу приготовить солянку, но я хочу снять это отдельным видео. Пускай солянка будет отдельно, и прям название напишу солянка, для того, чтобы было удобно ее потом раз быстренько найти, положу ее в плейлист, где у меня готовка. Плейлист называется «Готовим вместе». А вообще у меня до конца месяца еще несколько видео, может быть, я повставляю какие-то отдельные коротюсенькие видео, чтобы они были отдельно. Нужно наверстывать упущенное. Начало месяца, в общем-то, я на расслабоне была, и поэтому к концу месяца нужно подогнать. Нужно норму выполнить, как говорится, план досрочно. Настроение у меня хорошее, бодренькое, так что вот сейчас главное начать, и потом все пойдет уже как по писанному. Так, ну сейчас я думаю, наверное, я одену сейчас что-то поудобнее одежду и начну пока уборочку, пока еще рано. Вещи надо поразложить по местам, пыль повытирать, ну и пропылесосить в итоге. Потом уже займусь готовкой. А на завтрак у меня сегодня будет овсяночка, как всегда, овсяночка выручает. Вот, и потом к обеду я уже сделаю солянку, а потом я посмотрю еще кое-что хочу приготовить, но посмотрю по времени, по силам, как у меня будет. Мне нужно же еще и отдохнуть. Я вообще сегодня планировала из дома никуда не выходить. И, в общем-то, снимать и отдыхать. Как-то вот чередовать. Хорошо, когда рядом диван. Если я что-то делаю, раз я устала, спина заболела, я легла, прилежала, полежала чуть-чуть, отдохнула. Раз чуть-чуть силы прибавились, и я продолжаю. Обычно делаю так. Ну, а мне нужно силы сегодня оставить на вечер, чтобы Настю выйти из дома уже, Настю пойти в садик забрать, отвезти на тренировку. Поэтому сегодня усердствовать чересчур я не буду. Это я так думаю, там посмотрим. Вот, что не успею сделать сегодня, значит, сделаю завтра. Так, завтра я тоже буду дома. В общем, я вообще в ближайшие дни не планирую особо там куда-то выходить. Вроде продукты купила необходимые все. У меня есть то, что я планировала приготовить. На это продукты у меня есть. Хлеб пока есть. И, в общем, надо начать и делать. Все, начинаем. Все, в комнате у меня порядочек, все пропылесосила, пыль повытирала. Время 6 часов утра. Стиральную машинку пока запускать не буду, подожду еще немного. Потому что пылесос работает тихо, а стиральная машинка работает громко. Все, кашку пока овсяную сейчас покушаю. Чайник закипел, кашка быстров. Сейчас я заварю ее, пора позавтракать. Все, соседи мои попросыпались, поэтому запускаю стирку. В общем-то, освежить белье нужно. Долго стирать я не буду. На час поставлю. И все. Так, ну что, девочки, белье мое достиралось. Выглянем на улицу. На улице минус 5 градусов. Морозец. Ой, как красиво. Но ветра нету. Я сейчас часть белья повешу за окно, а часть белья повешу в комнате. Вот как здорово. Тихо-тихо. Красиво. Подсветочка такая. Я на самом деле пока лежала, ждала, пока стирка закончится. Чувствую, у меня спина разболелась. Я пока поубирала, попылесосила. И сейчас вот не знаю, готовить, может, попозже буду. Пока белье повешу, посмотрю, еще полежу. Телевизор, там видно будет. Ой, а на улице как здорово. Такой воздух свежий. Хочу, чтобы немножко проветрилось белье. Я его потом потихонечку занесу. Потихонечку досушу уже здесь. Пока оно пускай повисит и
потрепыхается свежий воздух морозный. Так приятно пахнет потом. Фух, девочки, белье повесила. И, в общем, я такую усталость сейчас почувствовала. Я, в принципе, вчера еще толком не отдохнула, а спина моя, конечно, болит. Надо ей время отлежаться, отдохнуть. И вот то, что я сегодня собиралась готовить, я не знаю, попозже, может быть. Но сейчас я включу сериал. Я, кстати, вчера, пока лежала, я посмотрела первые 4 серии сериал «Морозов». Я его не видела раньше, но сериал меня заинтересовал. Детективчик такой. В общем, хорошие артисты играют. И, в общем, сейчас я лягу отдохнуть. И сериальчик этот буду продолжать смотреть. 5-8 серию. Там еще потом с 9 по 12 есть. Вот. И пока отдохну немножко, спина должна восстановиться. У меня вот, знаете, когда начинает она так сильно болеть, я стою перед выбором. Либо выпить обезболивающую таблетку, ну, диклофенак я пью, и продолжить свою работу какую-то. Либо у меня альтернатива не пить таблетку, просто лечь и отлежаться. Я заметила, что когда я отлежусь нормально, у меня позвоночник отдыхает, когда я в горизонтальном положении. И тогда уже я могу продолжать и что-то делать. И, в общем-то, обычно я все это делаю всегда дома такими мелкими перебежками. Но сегодня у меня просто скопилось много дел, и готовить, и убирать все вместе надо, как бы все сделать. Поэтому из готовки я думаю, что что-то, может быть, я сегодня приготовлю, а что-то, может быть, уже на завтра отложу. В принципе, ничего такого нету срочного, прям чтобы прямо сегодня срочно обморочно. Это все делаю для себя, поэтому для меня здоровье на первом месте, а потом же все остальное. Поэтому если что-то из какого-то блюда, которое требует каких-то затрат сил, либо найти альтернативу и приготовить, не приготовить, а что-то просто вообще там пельмени, например, сварить или яичницу сделать, где сил долго, много не нужно вкладывать. Поэтому я подумаю сегодня, что я буду кушать дальше. Солянку я, наверное, не знаю, отложу, может быть, на завтра, может быть, сегодня. Но в любом случае солянка, она не войдет в это видео, это отдельно я сниму. Вот, ну, короче говоря, пошла я отдохну. А дальше уже будет видно. Вернусь я к вам попозже, девочки. Ой, девочки, что я тут удумала? Нашла я у себя в холодильнике пачку творога. А творог этот у меня немножечко просроченный. Но я его открыла, посмотрела, понюхала. Он нормальный. И вот я решила его приготовить. А как приготовить? Я вчера посмотрела ролик Кристины. И у нее там какой-то рецепт замысловатый. Она там в Беларуси из творога что-то такое чудила с яблоками, сделала на сковороде. И, в общем, нечто подобное я решила соорудить сама. В общем, не совсем мне понятно, что туда ложить, но то, что она сказала, что ей там не хватало муки, не хватало ей чего-то еще, соды. В общем, короче говоря, сейчас намучу что-нибудь. Значит, пачку творога, одно яйцо ложу. Там она положила 2 яйца, но мне кажется, одного достаточно. Ну, где-то пол чайная ложка, где-то пол столовой ложки сахара, чуть-чуть при сахаре хватит немножко. Я думаю, достаточно будет. Так, не знаю, чуть-чуть соды ей не хватало. Я обычно не кладу соду, но сейчас чуть-чуть вот так вот немножечко ее добавлю. Пускай она там будет. Ванилинчика ей не хватало. У меня есть ванилинчик чуть-чуть. Его тоже добавим. Хватит. Так, и мало-малое количество чуть-чуть соли. Обычно, когда сахар, соль немножко тоже надо положить. Так, теперь все это быстренько я размешаю. Сейчас посмотрим, сколько муки. Туда примерно, наверное, столовую ложку муки нужно. Я вообще такое блюдо никогда не готовила, поэтому сейчас такая идет полная импровизация, но самое главное, что мне в этом понравилось в рецепте, в Кристинкином, то, что яблоки с творогом на сковороде, при том на сливочном масле пожарить, мне показалось, это должно быть интересным рецептом. Так, что у меня сейчас получается? Так, вроде бы ничего. Так,
Я не знаю, какое оно должно быть. Оно у них было немножко жидковатое. Но, может быть, это было за счет того, что там было два яйца. А может быть, она еще туда что-то добавляла. Ну, я не знаю. Полная импровизация. Так, в общем, получилось вот такое блюдо. Вот такое. Не блюдо, а помесь. Сейчас я вот это маленькое яблочко почищу и порежу мелкими кусочками и туда добавлю. У меня вот эта вот чистилка очень хорошая, удобная штука. Она мне так нравится. Быстро я ее всегда чищу, картошку и яблоки, если надо. Кстати, вот у Дэни передний и нижний зуб один выпал, а другой уже сильно шатается, скоро выпадет. И он яблоки кусал раньше, а сейчас уже просит бабушка почистить. Ему больно кусать. Я ему чищу, кусочками режу, чтобы легче было ребенку. Так, ну вот так вот сейчас порежу такими вот кусочками. Но яблочко, в принципе, маленькое, и оно пока очистится, что тут от него остается. Так, я не знаю, может быть, вот такими вот какими-то полосочками почищу, потому что оно, чтобы легло и прожарилось. Может, потолще надо было. Не знаю, Кристинка там что-то ваяла, но она забыла сказать, чего там, сколько кладет. А мне понравился рецепт. Хоть моя дочка и смеялась с него, а мне он понравился. Я поэтому решила его попробовать тоже сделать. Так, вот так, наверное, раз. Я не знаю, может, пол яблока и хватит. Но они там такие получаются интересные, запеченные, как прожаренные, они мягкие становятся вообще-то. И мне интересно, может, побольше сделать. А может, оно будет сочное за счет яблок? Я вот так думаю. Как вы думаете? Кто-нибудь делал вообще что-нибудь подобное вообще? Люда. Мне интересно. Я уже делала, уже заинтересовалась. Кристинке привет! Кристинке привет! И хочу у нее спросить, что еще сюда бы лучше положить, чтобы она еще положила, добавила в это блюдо. Так, ну ничего, нормальненько. Немного, я думаю, будет яблок. При том, что они смягчатся, будет хорошо. Обычно я всегда в запеканку ложила изюм. А сейчас решила, что мы положим яблоко. Это интересное решение. Так, в общем-то, в принципе, что я все положила. Немножко еще добавить можно сюда муку. Так, берем муку. Ложку чистую. Положу столовую ложку муки. Надеюсь, хватит ложки. Что-то интересное вырисовывается. Интересно, я потом перевернуть это дело смогу. Они с трудом перевернули. Мне уже просто интересно, что получится. Не хочу мукой сильно это дело забивать. Может быть, еще чуть-чуть надо, а может быть, не надо. Кто-то скажет, вот мама Чоля не знает, что делать. Не знаю, я такое дело не готовила еще. Я еще положу половинку ложечки. Вот так еще чайную ложечку, можно сказать, муки. Чуть-чуть и все. Ни вашим, ни нашим. Так. Ну и мне кажется, все достаточно. Все положила, ничего не забыла. Так, теперь на сковородку надо сливочное масло и выложить туда вот это все. Хочу сделать так же, как делали они. Целиком. Ну, кажется, нормально. Вроде нормально, да, девчата? Так, масло сливочное. Кристинка говорила, что масла можно побольше. Ну, пускай побольше. Так, я поставила на единичку. Но мне кажется, надо на двоечку сейчас поставить. Потом, если что, я убавлю. Смажем сковородочку вот так вот. Аккуратненько.
Ножом обычно не делаю. Эту сковородку берегу. Сковорода у меня такая классная. Так, на двоечку поставлю. Так, ну выложим. У меня тут немного получилось. Ну, сколько есть, столько есть. Творог надо израсходовать. Или сковорода, это у меня большая, наверное. Вот такой вот будет блин. Надо его сделать плоским, чтобы прожарилось яблоко. Ложку, наверное, намочить лучше, да? Так, я намочила ложку, и теперь она не так прилипает. Смешно получается. Можно было, наверное, их слепить кружочками и сделать так. Ну ладно, уже как сделала, посмотрим, что из этого выйдет. Разделила я вот так на 4 части, чтобы потом перевернуть мне было удобнее. И вот сейчас оно начало жариться. Я это дело закрыла крышкой. Не знаю, может быть, надо было попозже закрыть. Я решила, чтобы оно как-то пропарилось. Сейчас посмотрим, посередине оно у меня прожаривается. О, ну ничего так вроде бы. Вот хорошо, что их разделила. Опа. Во. Интересно получается. Опа. Так, ну еще раз закрою крышкой. И можно уже слабее поставить, еще слабее мощность. Так, ну что, я думаю, все готово. Сейчас посмотрим. Да, нормально. Ну, вот один достану на тарелочку, попробуем. Остальные, наверное, тоже надо достать. Ну что, девочки, давайте попробуем по рецепту Кристинки вот эту вот запеканочку сейчас. Оторвем кусочек с яблочком. Яблочко, кстати, мягкое. Во как! Мне нравится. Надо будет как-то повторить. Я с удовольствием сейчас вот это дело съем. Вкусненько. Отлично. Попробуйте с яблоком тоже сделать сырники. Ну, а вот это типа сырника, только один большой. Ленивый сырник. Я не знаю, как его назвать. Или сырник по рецепту Кристины. Ну, вот и все, девочки мои. В общем-то, сейчас я видео хочу это закончить, потому что я сейчас уже с чувством выполненного долга могу залечь у телевизора и лежать, отдыхать до вечера. Вечером уже за Настей мне надо будет сходить, ну, чтобы моя спина отдохнула. И чтобы видео не было слишком длинным. А вечером я уже начну следующий влог и будем смотреть продолжение моей эпопеи, что я делаю тут по дому. Все, мои хорошие, пишите комментарии. Ставьте лайки, кому видео понравилось. Подписывайтесь, кто не подписан. И до новых встреч, девочки. Пока-пока.